Фестиваль китайских фонарей в преддверии Нового года завлекает посетителей красочными инсталляциями в Покрауйскую усадьбу, расположенную за Ригой. В этом сезоне тематикой мероприятия стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». На кадрах можно увидеть знакомых из сказки персонажей, а также элементы экстерьера, создающие атмосферу волшебного леса. А здесь, между сказкой и реальностью все происходит. Это все... Все фантазии. Это... Посмотрите, а на что вам это похоже? Я не знаю, где это? Или дерево, или гриб, или цветы? Я не знаю, как вам, я не знаю. Цветущий гриб, наверное. Видите, как фантазия. Как говорится на сайте усадьбы, инсталляции для выставки были созданы вручную из шелка по примеру традиционных китайских фонарей. Светящиеся фигуры расположили под открытым небом на территории в 15 гектаров. Мероприятие продлится до 16 января включительно. Собачий корги-отряд спасателей МЧС отметил Новый год в рамках празднования Дня спасателя в подмосковном Щелкове. Нарядные четвероногие спасатели на станции МЧС в районе городского парка участвуют в конкурсе новогодних костюмов и проходят полосу препятствий. Торжество для корги-защитников безопасности и их хозяев было организовано в лучших традициях Нового года. Кроме подарков для гостей, на празднике были Дед Мороз со Снегурочкой. По сценарию праздника их сначала пришлось вызволить из заблокированной машины из задымленного помещения. По словам директора Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонида Киселева, необычный хвостатый отряд насчитывает больше 130 официальных участников собак. Мы лучшие спасатели Подмосковья, лучший центр в плане единой дежурной службы. В этом году еще стали лучшим оператором безопасного региона Подмосковья. И у нас еще самый необыкновенный отряд поддержки, корги-отряд, который сплотил вокруг собака Маруся, наш маленький спасатель, который сейчас позволил сделать все для того, чтобы, сплотить людей, сплотить их хозяев. То есть у нас эти мероприятия. Отряд корги-спасателей был сформирован в прошлом году. Собаки помогают сотрудникам ведомства находить наркотики, взрывчатые вещества и пострадавших во время происшествий, а также способствуют эмоциональной разгрузке членов спасотряда. Собака по кличке Бэнкси воссоздает самые известные работы одноименного художника в Бристольском центре спасения животных. Талантливый пес, живя до попадания в приют в нескольких домах, видел во время прогулок со своим опекуном некоторые работы Бэнкси и воссоздавал их на холсте, используя нос и лапы. Бэнкси находится у нас уже 5 месяцев, и в данный момент он ищет дом. Мы чувствуем, что он лучше подошел бы для дома. Он живой мальчик, очень любит свои тренировки и всевозможные веселые игры, и он абсолютно любит свои развлечения. Вы можете видеть здесь, что он очень хорошо прогрессирует в своих тренировках. Работы стаффордширского бультерьера будут выставлены на аукцион в следующем году. И все ради того, чтобы обрести свой дом, а также собрать деньги на приют для животных. Мы и раньше рисовали картины с собаками здесь, в Бристольском центре спасения животных. В прошлом году мы провели аукцион на Facebook и позволили всем нашим животным нарисовать несколько картин. И мы действительно почувствовали, что Бэнкси любит работать за еду. Он будет действительно хорошим домашним псом. Мы подумали, что было бы здорово сделать некоторые оригинальные картины Бэнкси в интерпретации нашего песика. Бэнкси надеется найти постоянный дом, где он сможет поселиться на всю оставшуюся жизнь. Художница из Краснодара Мария Мухадиновой всего 21 год, но она уже активно пишет и продает собственные картины. Творческое хобби помогает девушке с диагнозом аутизм заработать на жизнь и помочь семье. Рисованием она начала увлекаться еще в раннем детстве. Когда из-за болезни у нее повышалась тревожность, Мария бралась за краски и бумагу, чтобы восстановить силы. Начать же небольшой бизнес студентка Краснодарского института современных искусств решила год назад, когда ее мать Яна Абяхова попала в больницу в прединсультном состоянии. Через неделю после выписки они обе заразились коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, и Бяхова не могла выйти на работу, что лишало семью единственного источника дохода. Были смешанные эмоции, и чувство того, что я маму могу потерять. Но еще было грустно, что еще один дорогой мне человек мог уйти из жизни.
Тогда Мария решила продавать свои картины через интернет и делать открытки на заказ. По совету мамы девушка стала публиковать работы в инстаграм-аккаунте и завела страничку на сайте «Ярмарка мастеров». Заработанных денег семье хватило на лечение последствий коронавируса, оплату коммунальных услуг и обучение Марии в институте. И я как-то раз сидела и просто, ну, плакала, потому что уже там финансы подходили к концу. Маша сказала: «Мам, а давай я нарисую открыток, и давай я их буду продавать». И я помогла Маше написать пост в Инстаграме и написала у себя в соцсетях пост о том, что Маша вот хочет заработать. Когда дела в семье наладились, девушка начала переводить средства в благотворительные фонды «Открытая среда» и «Добрый юг». Мыслом я бы хотела кое-что передать, что иногда я хочу, чтобы люди открылись или то, что... Или смогли что-то начать, увидев рисунок. Ну, к примеру, что у них появилась какая-то надежда в жизни. Несмотря на мнение врачей, которые утверждали, что девушка не сможет социализироваться из-за своего диагноза, Мария окончила общеобразовательную школу и сейчас успешно продолжает обучение в институте. Про Машу говорили, что она никогда не будет писать, читать и считать. Вот. Ей давали такие прогнозы в детстве. Ну, все-таки она и пишет, и читает, и считает, и рисует прекрасно.